2 января, кто там цел, жив, орел? Кто смотрит нас 2 января? Мы вот играем, сидим 2 января, между прочим. Не говорите им, не говорите. Да, слушай, Игорь значительно начал дольше грузиться, чем до обновления. Джон Декстер. Паранормальное распятие 25, только одиночкам отвечает. Чё у меня по деликам не сделано? А, цели контракта? Ну, сейчас сделаем. Кто там поиграет? Поигралкин. Ой, ну слушай. Карты это хорошо. Слушай, Илья, тут даже прям видно стало, да. А чё? Я чё, что ты печечку не забрал? А, чё, блин. Я уже забрал. Орб, орб, у нас тут орб, тут орб. Где тут орб? Вот здесь тут орб. Там орб? Там орб, да, там орб. И правда. Там орб, тут орб. Там орб. Вот там здесь, орб. Вот здесь орб. Да. Там орб, да. МРТ. Так, кость нашел. Постучи в окно. Постучи в окно, сука. Сука, в окно постучал. Прикинь, Джон Декстер, какой он, смотри. Прям сходу тебе такой. И наехал, и наорал. А, о, вижу. Я уже думал, обиглась. А чё так тихо на улице, ребят? Вы чё, все спите, что ли? Мы тут призраков ловим, между прочим. Алё, вы чё? Этот фонарь вообще не в тему. Он так слепит, сука. Кто тут не спит? Спите все, да? Спите? А мы тут умираем, между прочим. Софи, наверное, смотрит, думает, господи, дай игру посмотреть. Что ты ходишь там по кустам? Так, а печенюхи-то, печенюхи точно собрать надо. А вы... Я одну забрал. Ой. Ой, ивент. А! Ивент, ивент, ивент. А какого хера? Ты здесь? Ты рядом? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты, говорю, молодой? Старый? Добрый? Злой? Ты где, блядь? Молодой? Старый? Добрый? Злой? Ты чё не отвечаешь, алё? Кто-нибудь, поговорите с ним. А ты с фотоаппаратом? Я, да. Да. Ты молодой. Сколько тебе лет? Ты здесь? Ты там. Ты рядом? Он ты наступил. Тут? Фоткай. Или тебе палочка нужна? Сейчас подниму. Я приду, прихожу с палочкой. Вижу больше. Они быстро пропали очень. Вон, вон, вон. Нет, нет. Этот я сделал уже. Ну на, короче, ты сюда палочку. Где свет? Свет где? Так, сколько там еще печенья? Блядь. 3, по-моему. Ты здесь? 2. Дай нам знак. Покажи так, Постучи в окно. На втором этаже забирал печеньку? Нет, я только поднялся. А вот, смотри, печенька, вот. Ага. И вот еще, пойдем покажу. Вот. Включи свет. Вот. Все, наверное. Да, все 6 на месте. Чему он джин-то? Прятки в джинсовой и в комнате с куклой. А, ты его спросил? Он тебе сказал, я джин? Гараж, подвал, если что. Я его спрашиваю, ты джин? Включи свет. А. Ну, если джин, то включит. А, ну, конечно, да, так работает же. А у нас улик нету, да? У нас орб. А, точно. Орб. Тут орб. Минус. Да? Угу. Это точно? Уверен, что это не фонарь? Нет, на термометре было написано минус 1,9. А где? Это хорошо, если термометр... В этой комнате. Я вижу минус, но у меня термометр такой, не знаю, 2,2. Ну, 0,5 вот, допустим. Вот минус. Пошел. Он на радио не ответил, да? Ой, отпечаток, 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 срочно сюда, срочно, алярм, 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 алярм. Где? На окне. Ханту. Это ханту. У вас есть там фотик, да? Да. А фотка есть? Да.
Так, ну что, Игорь, отправляйтесь, пожалуйста, в шкаф. Возможно, возможно, с картами, если хочешь. Какой ревенант? Там тут. Возможно, да. Отпечатки, минус и орб. На радиоприемник не ответил. Не, карты берите, я лучше благовоние возьму. Ну ты зайди в это. Я сейчас тарелку сначала кину ему, потом карты заберу и уйду. Она куда? А я карты взял. А второй? Ну хорошо, тогда. Да, да. Бляха. Да не, давай ты лучше, Катя, возьми, а я возьму благовушку. На тарелку! Надовушку, надо. Куда? В какую? Карты скинул на выходе из комнаты. Если что, в этом в подвале и в гараже есть. Кто? В прятки. Где карты? Го в гараж. Да карты вон, где? Вон, а. Да вон. На выходе из комнаты, ты сказал. Да. Игорь, ты что пришел? Гараж услышим, он тормозит или нет? Да не знаю. Скучно. Чтобы удостовериться, карту это или нет. Ты залез в прятку? Ну да, в комнате. Ивент. Причем ивент у меня был. Это прикольно. Смерть. Подожди, а там куда пришел? Не надо. Наверх идет. Он же к нам идет. Мне показалось, что он сверху вниз наоборот пошел. А возможно, если ивент у тебя был. Ага. Подожди, но они ж переезжать не могут. Нет, карта же. Да. С картами же такая свистопляска. Дверки-то не открывай. Везде медленные. Потому что он начал не со своей комнаты. Да, да. Он у меня ходит в джинсовой. Все? Да. Дурак. Луна. Смерть. Опять? Заебись. Вот, сейчас со своей комнаты начал. Да-да, быстрее, да-да. Сука, и ко мне прется, блядь. Ты ему нравишься, Игорь. А он мне нет, или ей, поэтому пошел. Не, да. Джон. Джон. Да без шанса. Ладно бы Женя, там, Евгения. Просто Джон, блядь. Сейчас все зрители такие, что происходит? Почему они ржут над именем Джон? Та Лерочка там лежит? Да, фортуна минус. Башня. Ивент. Нихера себе, звуки какие. Ну, 2 января, все правильно. Опа. Чё? А как он у меня сейчас дверь открыл просто не с хуя? Ну это и... Как, в смысле? А чё он у тебя делает? Прям в моей комнате. Ну, без атаки, в смысле, просто двери дёргает. А, Джон, Декстер, ты чё? Он переехал сюда, походу. Да он не может переезжать, у нас средний уровень. Специально сделано. Для опытных охотников. Хермит. А как ты тогда это объяснишь? Атаки нет. Ну это фазмофобия. Фортуна плюс. Фортуна плюс, он атаку начинает. Вот что это такое. Так, сейчас я пойду тарелку перекладывать, если что. Буду помирать. Да. Что-то ему не пошли нравится. Вместе, у меня же благовушка. Так у меня тоже благовушка. Тебя, куда вы собрались? А, тут у тебя карты уже все, да? Да. А ты это перекладывать будешь, ты же не сможешь зажечь благовушку. Че это я? Ты меня плохо знаешь. Я в палаточках вообще без благовония убегала. Просто на чистом море. Там чисто, знаешь, это... На силе крика была. Ой, нифига себе, у меня снегопад за окном. Вообще ничего не видно. Окно мое завалило. Я, блин, недавно его отремонтировала. Вот только летом. Все? Ну да! Но это засранец этот не ест тарелочку. Смотри, хожу с тарелочкой. Я у тебя по комнате. Ешь. Кстати, где мой фонарик?
Поближе надо его положить, чтобы по дороге забрать. Во, нормально. Пойду я лучше в гараж, блядь. Ешь. Ну ешь. Ну пожалуйста. Ну ешь. Ну, ну съешь. Ну не распять. Ой, распять я съел. Нет, ну распять и тоже можно было. Хорошо, нормально. Фоткать? Я сфоткала. Конечно же, шаги. О, задание сделали. Так, второй раз распятие подожру. Умеешь ты сфоткать то, что надо. Ну что ты? Ну вот ЕМП же работает. Распятие второй раз. Ну съешь печеньку! А фотик закончился, да? Да. Ну вот этот да. Блин. Распятие. Бежим. Закрой! Ты почему-то... Твоя нога мешала закрыть дверь. Латина, который спал, когда я забежал. Прикольно, без благовоний убежал. Да я тебе говорю. А тут еще есть имбовая комната. Нихера носится. Прачечная за кухней. Но это если призрак далеко. Тут он слишком близко. А так, если призрак со второго этажа атаку начинает, я обычно в ту комнату бегу и сажусь просто там. А, это где доска? Да-да-да, где доска обычно спавнится. Понятно. Заебал. Так, вы сидите-сидите. Да хоть свет включить, блядь. А, его нету нихуя. А где он был? Так, продолжаем наши свистопляски. А, свет есть, там видно просто лампочка её. Не-не-не, выбило этот. Я включил сейчас. Ешь. Ешь. Ну ешь. Ну ешь. Ну Яша, ну выходи. Ну ты же тут. Он свет у меня в коридоре. Он в коридоре свет. Катя, он тут. Вот он стоит. Ну на! Ну пожалуйста, на, на! Ешь свои печеньки, ешь, ешь! Ты вообще кто? Почему он в таком странном костюме? Я не понимаю, кто он. Да, да. А-а-а! Атака? Да! Да. Я бегу, 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 бегу! Спряталась! Давай! Закрывай! Отстань! Прикольно. Я притом с тарелкой печеньев. Я переключила на благовоние, чтоб не дай бог. Ну это странно вообще. Как это он за печеньями? Есть самим, блядь. Этого будет больше пользы. Короче, я понял, с печеньями явно проблемы какие-то. Огромная проблема. А вы когда себя выбивали, так же дрочились? Нет? Честно говоря, быстрее там. В одном месте было, что он не ел никак. Ну, иногда быстрее, да, иногда... Так. Так. Быстрее, да. Я продолжаю... Подожди. Я продолжаю свою настойчивость. Ешь прям с рук. А чё ты... Че он кружку в камин кинул? Ты нормальный вообще? Толбоёб. Надо с казахским акцентом. Это толбоёб же. Ты будешь, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, блин. Вот это приколы. Вот, минус, чё ты? Да реально, съешь. Да, блядь! Атака? Да! Да. Все, все, забежала. И как вам новая анимация поджига благовошки? Херня какая-то. Прикольно. Вторая больше нравилась. Мне тоже. Да? Оно так... Мне нравится, как он так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Оно так странно сжигается сейчас, как будто одинаково. Типа вот прям... Угу. Полосочкой равномерной. Просто высота сверху. Да, вниз. Да, да. А до этого оно как бы, ну вот как по-настоящему, что ли. Неестественно. Так, сука. Во-первых, перестань закрывать дверь. Это заебал, да? Ешь давай. Джон, слушай. Давай на журнальный столик тебе положу. Может, так будешь? О, хорош, Катя. Беги! Бегите все! Игорь, особенно ты!
Я в шкафу, я в шкафу, я в шкафу! В каком-то! Игорь, ты там? Где ты? Я в подвал, блядь. А, ну нормально. Хорош. Оказывается, хорошо, у меня веник в руках был. Оказывается, надо было с уважением. На журнальный столик. Я вам телек смотрел. Видимо. Помешали мужчине. Я даже знаю, что он там смотрел на телевизоре. Он ко мне пришел, сука. Джон, 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 Джон. Все. Джон, Джон. Все, 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 все. Валим. Зашел в подвал, еще и комнату за собой закрыл. Посмотри, блядь. Вот да, он, кстати, комнату закрывает после атаки. Все, нормально. Хорошо, отлично. Фух. Потненько, да? Ну да, вот этот момент, конечно, когда все гаснет. А ты представь первые ощущения. Мы первый раз зашли вообще вдвоем с Софьей. Мы так обалдели вообще. Что с моей картинкой? Мы ничего не поняли. Мы такие, что происходит? Почему нет света? А прикинь, всю атаку так ходишь просто с черным экраном, блядь. Да-да. Чисто по звуку. А нам еще, по-моему, попалась тогда немножко долбанутая банши, которая прям где, короче, за нами ходила, там атаку и начинала. Это вообще что-то с чем-то. Вторая галочка есть.